Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на родные просторы с кокосовой стружкой. Здесь 190 грамм, и заодно мы с вами сегодня проверим, сколько конфет в пачке 190 грамм и в пачке 200 грамм. Вот, давайте ее откроем. Так вот, раз. Открываем. Открывается она легко. Потом тут вот, вот так вот еще открывается. Так. Каждый раз такие проблемы. Так. Здесь 190 грамм, как я говорила уже. Уже тут вот вам не видно, а вот тут у меня уже прям стружка посыпалась. Вот они, наши конфеты. Так, сколько у нас здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 штук. Видимо, каждая по 10 грамм весит. Вот. И также у нас с вами есть другая пачка. Здесь 200 грамм. Вот. Ее мы тоже сейчас откроем и посмотрим, чем же они отличаются. И сейчас мы с вами их взвесим. Такие у меня есть весы. Так, сейчас мы начнем сначала взвешивать вот эти. Их всех взвесим. На самом деле есть, продается с кокосовой стружкой также 200 грамм, а это вот есть 190, там разница в несколько десятков рублей. Вот. То есть не думайте, что если кокосовая стружка она меньше, значит весить будет меньше. Так, и нас даже обманули. 198, хотя вот тут вот я смотрю, довольно много стружки, наверное, вот она и есть как раз. 198, ну как раз, хотя подождите, 198, а тут у нас, а вот тут у нас, смотрите, 190, вот перевернуть не могу, 190 грамм весит конфеты, должны весить, а у нас 198, еще, если сейчас еще сверху высыпать кокосовую стружку, хотя ее не все едят, ладно, ну в принципе 200 грамм так и получается. Вот, теперь откроем. 18, 19, нет, все равно получается 19. Так, и теперь мы взвешиваем вот эти конфеты. Так, одна штучка у нас 11 грамм весит, а здесь у нас 11, а тут, ну, тоже где-то 10-11. Кстати, они одинаково, смотрите, весят, несмотря на то, что здесь побольше гораздо, то есть больше весит стружка, какая там, вафельная, наверное, стружка. Вот, давайте их взвесим теперь. Их тоже 19 штук, смотрите, здесь 201 грамм, а этих было 198. Ну, в принципе, я думаю, зачем переплачивать, когда можно купить 190 грамм коробку конфет. А разницы особо нету, разница всего там 2-3 грамма.
эти 2-3 грамма, вот как раз такая вот, ну, как раз вот вафельная стружка, вот эта вот, кокосовая стружка, это вот она как раз и есть. Просто, видимо, это маркетинговый ход, чтобы вот такие вот побольше покупали. Именно 200 грамм написано. А вот такие поменьше оставались. Потому что в основном бегают 200 грамм, стараются купить, чем 190. По количеству их также одинаково. 19 штук. Здесь 19, и тут 19. Давайте вот посчитаем. 4, 5... 18, 19. Вот. Так, на эту коробку конфет обзор уже был. Я его делать не буду. Вот, можете чуть-чуть ниже прокрутить, или, может быть, в конце ролика будет ссылочка на нее. Посмотрим. Вот, уже ее рассматриваем. Будем с вами смотреть вот эту коробку конфет. Нам понадобится наша тарелочка любимая. И конфетка. Вот так она выглядит в отдельности. На самом деле, такие я больше люблю. Ну, те как-то классические варианты, он всегда был. А это вот что-то поновее. Давайте ее разрежем. Внутри она беленькая. В принципе, наверное, на рисунке там тоже нарисовано, что она белая. Сейчас посмотрим. Ну да, вот она нарисована, что тут белая, прям белоснежная. Ну, здесь немножко не белоснежная, конечно. Отличается, видно, что тут вот желтая, там белая. Снежная начинка со вкусом кокосовой. Покрыт глазурью кокосовой стружки. А, это вкус кокос. Это кокос такой нежненький. Мягенький, нежненький. Так, ну и давайте, конечно же, попробуем. Попробую я, наверное, целую. А на эти вы будете смотреть. Очень вкусно. То, что вот кокосовая стружка очень мелкая-мелкая. То есть не как вот та продается в магазине, крупная кокосовая стружка такая, а тут мелкая. И она очень вкусная, такая пикантная. Сладенькая, неприторная. Шоколад чувствую прям такой. Такая очень вкусная, такая мягкая, она ароматная, тепленькая, как всегда у меня. Мягенькая. Да, кокосовая стружка действительно такая очень мягенькая, маленькая. То есть, в принципе, смотрите, тут нарисована она крупная, кокосовая стружка. Здесь видно прям, что она такая крупная. А здесь она мелкая, мелкая, даже удобнее гораздо кушать. Она хорошо жуется для тех, у кого зубы плохие. Очень приятно. Такая бы, наверное, не очень хорошо жевалась. Кстати, тут, по-моему, Сочи изображено на картинке. Сочи на берегу тоже такая же есть. Давайте еще попробуем одну. Прям, знаете, вот жуешь, и даже не чувствуется вот этого вот кокоса, он даже не мешает под зубами. Настолько он маленький, что даже прям вкусно очень.
Вкус кокоса, прям такой явный вкус. Не знаю, мне что-то не совсем верится, что это внутри тоже кокос. Может быть, его очень сильно перемололи в какой-нибудь там крем-брюле. Потому что тут он прям такой гладенький, хорошенький. В принципе, вот и все. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие конфеты, какие вам нравятся. Может быть, обзор сделать на какие-то другие. Есть еще с фундуком. Хотите вы на него обзор или нет, напишите в комментариях. И также давайте наберем 10 лайков, пальцев вверх 10 штук. И тогда я сделаю обзор на конфеты «Родные просторы» с фундуком. С начинкой фундука или там как она, посыпкой. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие ролики, мои влоги, кулинарные рецепты. И всем пока-пока.